Всем добрый день! Сегодня 2 апреля 2021 года. Утро. Посмотрите, сколько снега навалило. Если кто-то скажет, что это мало, то для Копчегая это снега очень много. У нас зимой столько не было снега. Температура 0 градусов. До сих пор идет снег. Всю ночь он шел, сейчас идет. Ветра нет. Воздух очень свежий, такой хороший. Все в снегу. Для Копчегая это очень много. Как-то муж решил купить зимние сапоги высокие, так он не мог найти. Продавцы смеялись, говорят, зачем вам здесь нужны сапоги, если снега не бывает. Как видите, снег бывает. У нас снег чистый. С мегаполисом не сравнить. Воздух свежий. Снег, смотрите, какой белый-белый. А это вид из другого окна. Тоже все в снегу. Уже набухли почки. И все в снегу. Конечно, красиво, но мокро. И снег еще идет. Конечно, он растает, если солнышко выглянет, но небо облажное. Сегодня солнце не ожидается. Вот такая у нас в апреле погода. Так что зима еще возьмет свое. Утром все было в снегу, сейчас уже снег на земле растаял, на крышах еще лежит. Птички вовсю чирикают. Снег вовсю тает. К вечеру от снега не останется и следа. Но температура чуть-чуть поднялась. Сейчас 4 градуса тепла. Утром было 0.